Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит. Сегодня 21 мая, 3 часа ночи, наша ежедневная рубрика «Чё почём?». И сегодня у нас полное, по идее, обновление магазина. Я думаю, мы уже с Джоном Виком попрощаемся, наконец, сегодня. Или оставят нам ещё на денёк. Испытание, по-моему, завтра заканчивается. Да что такое? Сколько можно? Сколько можно это терпеть? Поехали! С самого начала, ребят, это у нас Рекс за 2000 баксюков. Я когда старые-старые скины вижу, мне все время, вот все время одно и то же. Чё так дорого, а? Чё так дорого? Нам нужна переоценка. Что еще сказать, ребят? Ну реально, ну сколько можно? Интересно, они когда-нибудь это сделают? Нет? Ну реально уже можно. Вот прям можно. Вот его за полторашку продать, вот прям можно. Дорого. Деваха, спецназ юрского периода. Они, кстати, не столь давно были. Вот прям совсем не столь давно. Мне кажется, в пределах месяца. Для скинов за 2000 их что-то, наверное, за месяц назад. Может, ну, в рамках месяца их закидывали. Потому что я не успел по ним соскучиться. Кирка Зубастик. Вот ее ждали. Мне кажется, ее ждут значительно больше, чем вот эти скинчики. Значительно. Потому что эту кирку любят. Честно скажу, не понимаю за что. За штуку 200, мне кажется, она крайне дорого стоит для такой кирки. Мне кажется, это очень дорого. Но ее прям много людей ждут, много людей любят. Не понимаю, серьезно, не понимаю за что. Дельтаплан. А вот дельтаплан красота. Дельтаплан красота, мне его подарили. Мне он всегда нравился, мне его подарили. После аутро его обязательно покажу. Чтобы все видели, как это выглядит. Потому что он реально огромный, размах крыльев у него огромный. Выглядит круто. Его, мне кажется, можно заюзать. Ну, помимо вот этой вот тематики динозавров, еще можно заюзать под роботов, под мусорщиков, вот под это. Потому что он как из металла, видите. И можно спокойно заюзать под эти степ. Но он очень громоздкий и довольно шумный. Второй слот. Умница. Тоже, кстати, не так давно их закидывали. Не успел соскучиться. Но они хотя бы штуку 200 стоят. Их должны почаще закидывать. Деваху это. Это у нас скинчик для киберспортсменов, да? Без всяких наворотов каких-то с бэкпэком. Который тоже, кстати, юзает вне сета. Ее я вижу частенько. Ее я вижу значительно чаще, чем тех же динозавров. Ну и стоит 1200. Все-таки цена более приемлемая. Кирка. Рейс-шина. За пятихаточку. Очень короткая она, ребят. Она очень короткая. Держишь ее прям вот под рукоять. Очень короткая. Я ее показывал в прошлые разы. Сегодня не буду. Дельтаплан самолетик. Самолетик классный дельт. Я его тоже всегда показываю. Всегда говорю, что я его беру под скины, когда не знаю, какой дельт взять. Но сейчас уже реально столько дельтов, что уже всегда знаешь, какой взять. Но этот прикольный. Он довольно тихий. У него нету особого, пока летишь, звуков и анимаций никаких. Просто вот летишь на самолетике. Довольно прикольная хрень. Самолетик нравится. Скин не очень. Кирка средней паршивости. Дельтаплан прикольный. Но это на мое мнение. А так-то понятно, что чаще всего я вижу именно скин. Ой, я сегодня в комментарии прочитал на ютубе, шел 2079 год, Джон Вик еще в магазине, вот это тот случай, весь ивент у нас Джон Вик в магазине, я думаю, теперь уже точно последний день, прям точно, скин хороший, скин мне нравится, все, кто спрашивает, у меня стоит брать или нет, стоит. Кирку за 500 тоже, как по мне, если выбираете кирку за 500, тоже стоит. Обертка, если испытание вдруг каким-то образом не сделали, то возьмите обертку и вот эту эмоцию. На вот этой эмоции спокойно можно сэкономить. Спокойно. Сегодня, кстати, смотрели Джон Вика 2 и вот эту вот эмоцию увидели в фильме. Было прикольно. Правая сторона, поехала. Коптер за штуку 200. Я на нем летал на старом Джон Вике, да, который душегуб. Вот на душегубе я брал вот этот дельт. Мне он прикалывает. В принципе, на нового Джон Вика тоже можно юзать. Почему нет? Хороший дельт. Реально хороший дельт. Штуку 200 однозначно стоит. Из вертолетов, наверное, больше всех мне нравится. Отлично. Героический сержант. Опять-таки его очень часто закидывают. Прям очень-очень. Очень-очень. Не жалеют его нам.
деп. Недавно у нас был обычный деп. Вот он, ребят, бесконечный приехал. Давайте заюзаем Джона. Джона. С его прорисовкой волос это просто будет, наверное... Да, это хорошо. Нравится мне, как ему физику волос сделали, галстука, штани. Ну, то есть, прям вот все живое. Очень круто. Класс. Да. Дорого, правда, 500, но пойдет. А вот этой эмоции, по-моему, давненько уже не было. Да, вот этой эмоции давненько не было. 800, хорошая эмоция. Хорошо. Долгая, еще и долгая. Тяпка за 800. Звук хорош. Звук неплохой. Домик в деревне сет. Как по мне, дороговато для этой тяпки. Мне кажется, она должна стоить 500. Просто, ну, она... В ней нету ничего, кроме золотого цвета. Такое ощущение, что, типа, вот за... Ну, она же золотая. А почему не 500? Ну, она же золотая. Вот, вот это тот случай. Мне кажется, она должна 500 стоить, потому что она там, не знаю, вот как лом. Вот что-то вот очень простое. Прям очень. Но кирка ничего так. Если бы стоила 500, я, может, себе для коллекции бы взял за 800. И вот она из этого же сета, ребят, из домика в деревне. Недавно был пацанчик с утей на голове. Вот деваха ромашка. Вот вам деваха. Мне больше пацанчик прикалывает, но ромашку тоже встречаю я у людей. Как по мне, за 800 достойный сет. То есть, ну, вот домик в деревне, пацан и девчонка за 800 очень хороши. Очень. Вот такой магазин у нас. Есть что взять, но и, конечно, хотелось бы получше. Хотелось бы уже, на самом деле, попрощаться с Джоном Виком. Мне кажется, его уже нафармили в ПВЕ, вот, все, кому не лень. То есть, все, кто сомневался, брать или не брать, уже взяли. Друзья, не забываем тег автора SPT083 в группе ВКонтакте розыгрыш. 8500 рублей разыгрывается для тех, кто вписывает мой тег, для тех, кто поддерживает меня как автора. До завершения розыгрыша осталось уже меньше 10 дней. Так что врывайтесь. После аутра я вам покажу дельтаплан вот этого типчика. И на Джон Вики пролечу. Да, на Джон Вики. В общем, дельтаплан дракона и... Ну, короче, один дельт. Фактически один дельт. Из того, что вы не видели. Походу, не обновилось. В магазине все пусто. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, потому что по статистике я смотрю, что только половина из вас подписаны. Буду вам крайне благодарен, если вы подпишетесь на мой канал на YouTube. И к 10 июня, к моему дню рождения, мы пробьем 50 тысяч на канале. Было бы крайне здорово, и я бы был крайне рад. Также подписывайтесь на мой Twitch, там я хотел бы пробить, конечно, 25 тысяч. У меня там сейчас 24, было тоже бы очень классно. Спасибо всем большое за просмотр. Так, вторник у нас, как всегда, первая половина трансляции «Пираты», вторая половина трансляции «Fortnite». Всех вас жду, всем спасибо за просмотр, удачи, пока. Ну что ж, друзья, давайте смотрим наш дельтаплан, который я обещал вам показать, который мне подарили, за что огромное спасибо, он классный. Только сегодня, кстати, я на нем летал, вспомнил о нем. Смотрите, какой размах крыльев. Да, там сейчас, как всегда, комментарий будет. Говно дельт, за ним ничего не видно. Но он ничуть не меньше дракона, как по мне. Вылупляется из яйца. При открытии шумно. Но он же круто выглядит. Да, огромный, да, ни черта не видно. Ну и что, ребят? Зато посмотрите, какой кайфучий. Мне нравится. Класс. Спасибо еще раз за подарок его.